Следующая миссия у меня — вторжение пиратов против ангелов. Ее также можно заблицевать. Там будет 5 групп, и нас интересует только 5-я группа. Автоагры там. Там есть автоагра с 2 групп, поэтому лучше все подряд не собирать. Весь карман. Убивать только необходимые нам корабли. Ну, сейчас увидите. Опять же, помогут таги. Сейчас все покажу. Заходим в карман. Непись появляется постепенно. Нас интересует только 5-я группа. Она будет, по идее, от нас где-то в 80-ти. В 100 километрах. Так, это первое, я их сразу помечаю, чтобы не путаться. Стану куда-нибудь в разгон. Вторая. Третья уже появилась. Четвертая. И ждем 5-ю группу, которую нам надо убить. Вот она, 5-я группа. Состоящая из батлшипов. Начинаем их убивать. Добиваю последнего. Как видите, агра идет не со всего кармана, а только с нескольких групп. Станковать на тенге будет нормально. Я, правда, отпрыгивал на МЖД, чтобы быть ближе к целям и быстрее доносить свой ДПС ракетный. Ну, а так, в принципе, легко танкуется, достаточно быстро делается. Хорошая миссия. Все. Она готова. Мы убили всего 5 кораблей.